Мы чествуем память жертв геноцида армян времен Османской империи. Ужасы случившегося не должны ускользнуть из нашей памяти. Мы подтверждаем историю для того, чтобы то, что произошло, никогда не повторилось вновь. Было сказано сегодня в заявлении президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена, который признал геноцид армян. Знаковое событие. Да, это знаковое событие. И присоединился в этом смысле к лидерам, практически всем, за редким исключением, лидерам цивилизованного мира. Спасибо за разговор.